Привет, мои любители конструкторов из Японии. У нас снова легенда. Это Хайс Региус на КЗ-те. Пробег 178 тысяч, оценка 3,5, состояние салона С, кузов С. Ну, для таких машин, для 99 года это нормально. Данный автомобиль вышел 320 тысяч рублей. Ну, вот, если брать где-то с пробегом 220-200, то они выйдут 300 тысяч рублей. Данные хайсы, они до сих пор популярны, то есть по ним есть спрос, люди звонят, что по сурфам на КЗ-те, прадики на КЗ-те. Также данные хайсы интересны людям и на 3/4 бензине. Вот. Но подобные легенды на КЗ-те берут, конечно же, пореже, потому что цена на КЗ, что в разбор, такие машины пускают, и у них отдельно продают КЗ-ты, они стоят кучу денег, там 100, 130, 150 тысяч рублей. Что и в Японии до сих пор дизельные автомобили на 1 КЗ, а это легендарный мотор, они также до сих пор ценятся, и поэтому они стоят кучу денег. Поэтому за данный автобус клиент отдал 320 тысяч рублей. Региус — это пассажирские комплектации, кто не особо в курсе. У него поворачивающиеся сиденья. В общем, салон добротный, как старый Краун. У нас большой люк над пассажирами, над водителем. Очень много места. Ворс крутой, салон хороший. Третий ряд, какой он и должен быть. Шторки японец снял. Это люкс 90-х годов, я так его назову. Конечно, материалы как в Крауне. Ну, то есть длина ворса. Как-то вот выглядит все не так дешево, как в современных автомобилях. То есть даже сейчас я сел из Нота 17-го года в этот Хайс, и я не скажу, что я попал в какую-то старину. Да, какие-то, ну, сам дизайн староватый, но по материалам. Вот так. Toyota всегда на уровне. Давайте посмотрим подкапотное пространство. Все чистенько, ремни не свистят. Человек попросил очень хорошо собрать, все проверить. Николай это сделал. Мотор как часики. 178 тысяч пробег, я думаю, для КЗ-то это средний пробег. Еще добрые 200 тысяч он пробегает без каких-либо серьезных ремонтов. Вот здесь японская наклейка на 100 тысячах, 233 километра. Здесь, наверное, меняли, ну, делали его полную ТОшку мотора, так что, ну, через 25 тысяч, наверное, опять нужно будет залезть, там, прокладку поменять, еще что-нибудь. В общем, японцы четко на 100 тысячах на всех машинах делают ТО мотора. Хайсы, что Гранви в кузове KCH46 с 1 КЗ, там, стоят от 300 тысяч рублей в гору. На бензине они начинаются где-то от 220 и в гору. За хороший вариант где-то 240-250 тысяч рублей вам нужно будет выложить за такого автобуса на 5 ВЗ 3-4 бензин. Ребят, возим конструктора из Японии. Возим, как вы уже увидели по нашему каналу, самые разные варианты. Это как и хорьки по миллиону рублей, как и какие-то вон легаси, которые у нас еще на сборке сейчас в кузове BL5, которые стоят там 220-230. Вот такие хайсы, джипы, в общем, все, что можно разобрать, а можно разобрать все, мы возим конструкторам, распилам из Японии. В том числе BMW, Mercedes. Скоро приедут также вот эти европейские машины. Мы снимем по ним отдельное большое видео, в каком состоянии можно купить эти легенды, но только европейского рынка. Если у вас есть какие-то вопросы, запросы, хотите, не знаете, что делать в вашей ситуации, купить распил и все перекинуть, либо вам нужен конструктор, что купить лучше, бензин, дизель, может быть, в другом кузове, в рестайлинге себе взять, пишите нам на почту, звоните, оставляйте заявки на сайте,
напишите в комментарии, мусор ли это, либо это хорошая машина, которая 99-го года, но она еще сослужит своему российскому хозяину еще большую службу. Сколько тысяч, по вашему мнению, пройдет этот мотор? 1КЗ, напоминаю, ТЕ. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик. Я с вами прощаюсь. Пока. Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.